Всем привет! Приехала опять посылка. Здесь у нас находится автомобильная присоска для стекла. Конкретно, ну, можно использовать для другого стекла, не обязательно для автомобильного, но покупалась конкретно для автомобильного. Обошлась она в 14 с мелочью долларов. Понимаю, дорого. Можно купить за 3 и за 5 долларов присоски, но такие ненадежные. Выбирал, чтобы была надежна во время езды и для более тяжелого планшета, 7-дюймового. Будет использоваться конкретно для чувика V17HD. Конкретно для навигации. Он уже доказал, что GPS его достоин навигации, так что будет использоваться только по назначению, только в автомобиле. Хоть у него, ну, довольно хороший планшет, в обзоре все расскажем. Так, и присоска, она, конечно, здесь лучше, чем самые дешевые. Из этой модели присосок я выбрал самую дешевую. Есть и за 20 долларов, и за 25. Здесь удлиненность стержень, хорошая присоска и растяжитель для регулятора, для размера телефона, планшета. Так, оценили ее. А, кстати, заплатил я за эту посылочку 2,5 доллара, так как продавец не наклеил таможенную декларацию, там, где указывается вес, описание и стоимость оценочная продукта. Поэтому мне пришлось доплатить, самому заполнить свой адрес, конкретно на кого, сколько стоит, описание продукта. Ну, это в любом трек-чекере информация выдает, если, например, в таможне недостаточно описание продукта, и вам приходится самому заполнять и потом ждать на почте с чеком, что вы должны оплатить за то, что таможня потратила время, чтобы один файлик, который вы заполнили, распечатать и приклеить на вашу посылку. Вот так вот зарабатывает наша таможня. Да, кажется, копейки, но видите, ничего делать не надо, только кнопочку нажал, оповестить, чтобы клиент заполнил свои данные. После этого, как ты заполняешь данные, таможня распечатывает, наклеивает на посылку и отправляет дальше на почту. А на почте уже вы платите. Вот так-то. Так что придется продавцу скажу, ну, намекну, что это заплатил за то, что он за его ошибки. За его ошибки я не собираюсь лишние деньги тратить. Поэтому, думаю, 2,5-3 доллара можно вернуть. Просто по договоренности. Ну, в принципе, посылочка хорошо сохранилась. Нигде не покоцалась. Упаковочка, конечно, не ахти, не пупырки, ничего. Только кордонки кусочек. Так, ну поехали. Вот такой вот держатель. Вот он. Будет точно такой же, должен быть. В принципе, из таких вот моделей. Очень мало на Алиэкспрессе. На других сайтах, да, на Бангуде есть много. Но там они дороговатые. На TinyDeal. Но на Алиэкспрессе был выбор самый дешевый именно на этот. Так, у нас моделька LP3B под 5,7 дюймов кронштейн. Made in China. Так, ну, в принципе, здесь показано, как собирать, что как. Давайте приступим. Так, что у нас здесь? Опа! Так, все, коробка пустая. Так, сам... Ух! Да, хорошая штука. Во время езды она точно не согнется. Так что можно ее как хочете. Хоть буквой S. Вот так. Как фаркоп у автомобиля. К машине лепите, и все, фаркоп у вас есть. Прикол, да? Так, липучка. Вот эти механизмы этой липучки довольно хорошие. Они надежные. Уже проверено. Так что давайте приступим дальше. Что у нас здесь в комплекте идет. А, это у нас подставочка. Если, например, на панельку, как на фотке показано, здесь тоже такая резиновая фигня. Вот так, к стеклу. И дальше, чтобы более стабильно было, сюда куда-нибудь планшет. А, здесь получается два кронштейна он положил. Под телефон и под планшет. Прикольно, я думал, просто он регулируется. Интересно. Интересно. Так, вот этот, что побольше, он, скорее всего, нам для планшета. Да, довольно крепкий. Давайте посмотрим, как его здесь. О! Ну, знаете, довольно крепко. Да, он точно отсюда не вылетит. Крепежка хорошая, здесь получается резиновая.
основание внутри. Вот здесь у нас резинки мягенькие, чтобы не поцарапать. Это у нас под телефончик. Максимум 5 дюймов. Ну, тоже полезная штука. Давайте попробуем его собрать. Так, этот откручиваем, да? Или нет, подождите. Ее надо, наверное, полностью открутить. А как ее одеть? Так, это я понимаю. А, вот так. И все, и закручиваем, да? Ну, в принципе, довольно интересная конструкция. Думаю, будет даже надежно, чем простые дешевые присоски. Хотел купить за 5, за 7, там были тоже под такие, знаете, типа краба, защелочь, кронштейны эти, чтобы держать телефон, планшет, но именно для 7-дюймового очень мало. Они доходили до стоимости $8-9, но присоска была такая не очень надежная, которая просто цепляешь, и там маленькая такая штучка. Так, ну что, давайте, наверное, попробуем, как его здесь будет он. О! Не, к столу вряд ли будет нормально цепляться. К столу, наверное, не прицепится. Так. Не, к столу что-то он не хочет. Здесь у меня вот такой ребристый стол, поэтому надо ровную поверхность. Так, стекло, стекло, стекло. Ладно. Где-нибудь потом сделаем тест какой-нибудь отдельный. Давайте посмотрим, будет он держать или нет. Опа. Ну и все, ставим так, к стеклу. Например, мы едем где-нибудь в машине. Так, вот так. И в машине едем. Ну, в принципе, нормально будет, вообще хорошо. Он не болтается, сам планшет туда-сюда не ездит. Эту закрепить, и все. Будет довольно плотно держаться. У меня просто сейчас, ну, начало не зафиксировано. А так он, в принципе, довольно хороший. Тем более, можно сделать чуть-чуть, например, от панели где-нибудь поставить эту присосочку. Эту сюда. И он будет вообще стабильно держаться. Так что, думаю, отлично. Выбор пал на им конкретно эту липучечку, присосочку. Думаю, будет хорошо. Так надо будет протестировать еще. Все-таки липучку эту. Кто ее продавец хвалил, хвалил. Все продавцы хвалят свой продукт. Но посмотрим. На слово мы китайцам не верим. Так что штука хороша. Конструкция у нее тоже простая. Открутили. Ставили и зажали. И все. Так что, думаю, продукт стоящий. Ссылочка продавца будет под видео. Доехал она, кстати, за... Так, 20... Какого он там отправил ее? 23-го отправился, у него 30-е. Ну, за месяц и 8 дней, да, грубо говоря. За месяц и 8 дней. Так что... Лайк продавцу. Ну, за упаковку, конечно, дизлайк. За качество продукта и проверим то, что он выслал его. Поставим ему лайк. Вот такие вот делишки. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал. И всем спасибо за просмотр. Всем пока.